Одна из крупнейших частных коллекций, посвященных игре в гольф, уйдет с молотка на аукционе Кристи с 30 мая. Коллекцию собрал Хайме Ортес Патино, основатель гольф-клуба «Вальдерама». В течение 25 лет он приобретал для нее самые редкие и ценные предметы. Всего их более 400, включая исторические клюшки, мячи, картины, керамические изделия и книги, в том числе артефакты 15 века. Главные изюминки продаж – это очень важные ранние клюшки для гольфа из железа. Они неимоверно редкие в наши дни. Эта клюшка датируется 70-ми годами 17 века. Она очень необычная. У нее небольшой выступ на конце. Таких клюшек в мире всего около 6. По мнению специалистов, один из 400 лотов заслуживает особого внимания. Это клюшка Томаса Морриса, которого считают родоначальником современного гольфа. Позже она перешла по наследству его сыну. В общей сложности отец и сын выиграли 8 открытых чемпионатов по гольфу. Ожидается, что за этот раритет заплатят от 60 до 110 тысяч долларов США. Всего же от продажи коллекции планируют выручить около 4,5 миллионов долларов.